Здоровенькие булы, дорогие подписчики. Вчера с Никитосом писали, мы, в общем, Skyrim по сети смотрели мод. И, в общем, что-то у меня ностальгия такая напала. И, в общем, решил я записать, немножко отвлечься от прохождения Блэкмессы и записать серию роликов, ну, типа челлендж на легендарке. Буду пытаться осилить Skyrim на легендарном уровне сложности. Сразу скажу, гайды я никакие не смотрел. Будем играть не как надо, там, по скиллам, подбирать расу, там, прочее. Играть, конечно, будем за Норда. Делаем его самым здоровым. Здесь вроде все нормально. Тон тоже подходит. Так, цвет. Старым его делать не будем. Можно добавить немного грязи. Да, тоже нормально. Короче, что нам надо? Нам нужны шрамы и борода. Больше нам ничего не надо. Ставим вот так вот. Да, лучше такой. Раскраску. Ну, мы же маг. А раскраска нам понадобится. Какая-нибудь такая боевая. Вот такая. Больше для мага подходит. Цвет менять не будем. Черный нормально. Так, ну тип носа тут вообще. Сильно не будем играться с расширенными настройками. Выберем, наверное, только цвет глаз. Да хотя, в принципе, и так сойдет. И волос. Прическа. Из причесок выбор, конечно, не особо большой. Вот такая вроде ничего, нормально. Опять же стартовая. И ставим бороду. Борода чем здоровее, тем лучше. Вот такая ничего. Давайте такую оставим. Цвет волос. Ну, пусть будет такой. Так, имя. Готово. Выбрать имя. Итак. Так, писать можно по-русски. Ну, погнали. Неудачное время для возвращения. Так, сразу проверяем настройки. Игра. Сложность легенда. Домой, родич. Ну, пробуем. Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. Бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. Превьюшку мы можем, в принципе, промотать. Иди за капитаном. Я там не особо ничего интересного. Ладно, погнали. Может, оставим. В общем, говорили мне, что легенду просто так, без всяких фич, профессий, вывести будет тяжело. Здесь, в Хелгене. В общем, проверим. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать. Настройки я немножко убавил. Потому что у меня комп с ОБС не особо уже тянет. И то мне кажется, что подлагивает немножко. Слушаем, пока это имперское отродье нам что-то будет накидывать. Ничего. Что? Сейчас ты узнаешь. Что это ничего? Что за ничего? В 2011 году, когда я вот первый раз вот эту видел заставку, вот это вот, это было сильно, очень круто. Прямо отображает весь северный менталитет. А ваши улыбаются вам? Конечно же, нет. Ну, братану нашему, к сожалению, отрубили башку. Дракон что-то задерживается. Не мог прилететь на пару минут раньше. Жаль, конечно, этого добряка. Славный был паренек.
Моя очередь, погнали. Проходим к плахе. Покорно кладем нашу голову. Давай, клади. И наконец-то. Дракон! Давай, что ты долго смотришь? Дракон, короче, прилетел. Дождался сначала, пока палач на него посмотрит. Потом только начал дуть. Задувать. Кричать или что там делать. Короче, по мне, как всегда, пролетел камень. Встает он что-то долго. Палачу крышка. Этим крышка. Так. Играть мы, конечно же, будем за братьев Бури. Давай пропускай камень. Потому что за других играть мы не умеем. И не будем. Это правда. Ну чё, давай выбираться. С помощью вот этого челика нам понадобится обязательно. Потому что на легенде раз на раз перетыгиваться. Здесь в обучении, может, еще и можно будет. Так, минус один норд с нашей команды. От него он даже ничего не осталось. Так, перепрыгиваем. Бежим. Хоть что-то больше убавляется, или мне кажется, на легендарке. Давай, пацан, пока тебя не зажарили. Еще дышу. Давай, выбираемся. Здесь, к сожалению, тела не сгорают, трыня. Помню, какой-то мод был. Ух ты. Почти. Почти задел. Короче, был мод какой-то, не помню. Deadly, как с эффектами что-то связано. Короче, можно было расчленять, отрубать. Спепелять там, замораживать. Очень прикольный мод. Мне нравился. Здесь его, к сожалению, нет. Так, вот наш Ралов. И тебе нас не остановить. Так что пошел. Давай, погнали. Так, он все разматывает. Как вы можете заметить, пролетающего перца, который приземлился на башне. Давай, вперед. Так, ну чисто в мага, наверное, я не пойду, потому что мана здесь быстро заканчивается. Скорее всего, я возьму в одну руку одноручное оружие, а в другую буду жарить. И пытаться всячески манить. Похоже, мы единственные, кому удалось спастись. Пока да. Никаких сомнений. Прямо как в детских сказках и легендах. Драконы. Предвестники конца времен. Давай, разрезай путь. Другое дело. Так, Гуннер добродушно поделился с нами вещами. Вот так вот мы выглядим до нашего переодевания. Вот, настоящий брат Бури. Так, сразу возьмем, что нам надо. Разрушение. В левую руку. А в правую у нас будет топорчик. Замыкаемся немножко. Вон она, эта та противная имперка. Сейчас мы ее быстренько на место поставим. Заметили, надо отходить. Так, вообще по плану было такое, что танковать должен был Рала. Я вроде как бы должен. Боги, нет.
со спины тихонечко бить. Так, дожариваем. Короче, играть пока будем вот по такому плану. Все нормально. Так, меч возьмем. Броню перска брать не будем. Нафиг не нужно. Ключ мы взяли. Так, ну первая стычка вроде прошла нормально. Быстро кончается выносливость, вообще непривычно. Подавило. Так, а что у меня по талант? Боевой клич. Бегство. Сопротивление холода. Так, и так что сделаем. Ну ты там где? Братец, ты сейчас танковать будешь. Давай. Вперед. Что-то магия вообще не бьет нифига. Так вот мы выряжаем обойму. Все-таки каким бы магом мы ни были, бить приходится с руки. Вот Ралов у нас нормально накидывает по дому. Меч лучше взять. И у него урона больше. Ну-ка. Оружие. Топор 9. Меч 9. Давайте меч возьмем. Он быстрее. Топор убираем. Так, здесь еще нам надо соль, бутылечки. На легенде без бутыльков никак. Немножко золотишко. Еще бутыльки. Тогда пошли. Так, здесь мы видим заклинателя, который сейчас нас хернет молнией и сожрет нашу ману. Так. Немножко восстановимся. Мана закончилась, придется еще мухать. Куточное дело, мастер. Сейчас мы херачим. Вот так вот оно. Тыкнул ему прямо в спину. Так, что нам здесь надо? Кинжал. Чего? Можно, кстати, у него взять этот капюшончик. Капюшончик нормально выглядит. Книжка, которая нас ничему не учит. Так, здесь берем лечение. Так. И можно брать, конечно, более-менее нормальное заклинание. Так, предметы. Книги. Искры. Магия. Разрушение. Искра. Все. Теперь мы будем дамажить чуть-чуть побольше. Так, теперь можно, кстати, одеть нам. Броню не хочется, конечно, менять. Оденем капюшон мага. Дабы немножко прибавить маны. И сохраняемся. Потому что щелкнуть нас могут в любой момент. Трупики, золото, мука. Ну все, едем дальше. Так, путные. Смотрим всякие секреты. Да. Где там мои братаны? Блин, катастрофически мало дамага.
супер мало. Даже не знаю. Придется, походу, дофига бутыльков покупать. Что мана даже. Не то, что, блин, на урон. Не то, что на лечение, на урон даже не хватает. Так, мы возьмем лук, стрелу на всякий случай. Здесь-то, в принципе, нормально. С братками бегать. А вот дальше. Сейчас поджарим. Я что, не работаю, что ли? С искр. Мешал бы полечиться. Ну, блин. Мы, братаны, немножко тупорылые оказались. Сейчас сгорели. Сейчас, если ее убьют, то у меня будет проблема. Ну, все, она ему башку проломила. Так. Как сейчас медведя валить? Будет загадка. Вы с пауками. Так, кстати, вот обычно, кто не знал, здесь есть секреточка. Все просто пробегают. Здесь есть бутылек. Кошелек. И монетка. Так, немножко не туда. Блин, очень быстро кончается выносливость, просто невероятно. Два взмаха мечом и все. Так, ну что, они там идут, не идут? Где там наш мистер Ралфт? Мост-то я опустил. Вы что там застряли? Пойдем. Медведя я один не замочу, так что давай быстрее. Что-то там опять рушится. Пойдем. Ты сейчас будешь пауков убивать. Идешь? А вот молодец. Давай быстрее. Господи, как я не люблю пси-квесты или там сопровождение. Ну, в таком духе. Так, можно попробовать подкрасться. И ударить молнией из-под тишка. Ну, из-под тишка уже не получится. Паучок. Все, давай, Ралс, поскидывай. Садим. Так, они же вроде огня больше боятся. Паучок огнем. Да, кстати, огня, у них сопротивление. Лучше убить их огнем. Я вижу этих тварей. У них слишком много глаз, понимаешь? Так, сейчас делаем небольшую паузу для записи. Так, после небольшой махинации мы возвращаемся. Обшариваем яичники. Забираем яйца пауков. Они в дальнейшем пригодятся. Так, где-то здесь еще, по-моему, сундук был. Или не был.
Или был, или не был. Ай, ладно. Так, ладно, все. Нам туда, вниз. Конечно, там медведь. Без варик. Иди, мочи его. Как хочешь. Так, попробуем его тоже сначала огнем поливать. Кстати, может просто пройти. Походу не проскользнем. Или проскользнем. Проскользнули. Так, с медведями я тыкаться не хочу. Он нас точно замочит. Так. Все, наконец-то мы вылазим наружу. И можно прокачать уровень. Так, магия. И магия разрушения. Постой. Все, дракон улетел. Давай. Что твоя теперь? Сестра Гердур живет на лесопилке. Что теперь? Ну вот. Кажется, на сей раз он совсем улетел. Улетел. Как не выяснить, уцелел ли еще кто-нибудь. Но скоро тут будет не продохнуть от имперцев. Да, поэтому лучше нам отсюда улить, братан. Погнали. Моя сестра Герда держит лесопилку. Моя сестра. Думаю, нам нужно перед бурей. Так, пока Ралов не свалил, мы быстренько зачищаем вот этих бандитов. И берем там книжки. Поскольку мы маг, книжки нам понадобятся. И очень много. Так, здесь мы возьмем искра. Естественно, сохраняемся. Потому что это легенда. Так, ну где они там есть? Вот они. Гасимся отсюда. Ралов, ты где? I need help. Толпой-то они меня сейчас захерачат. Не, он что, ушел уже? Так, братан. Ой, я еще и промазал. Блин, Ралов, короче, меня кинул. Придется выводить своими магическими силами. Вот так вот. Херакс. И убиваем его. Так, надо будет еще взять восстановление на маги. Чтоб мана намного не хила. Наверное, было. Точка. Так. Ну, в принципе, можно. Можно взять булаву. Все равно у нас сил нету толком. Так что чем больше урона внесем, тем лучше. Так, берем, конечно, знак мага. Все, принять. Так, то мы убили одного. Но лагерь пока так мы и не зачистили. Трава у меня стоит на низких настройках. Поэтому она говняная. О, явился. Что-то ты припозднился, братан. Хотя, может быть, от тебя еще будет толк. Вот они. Или ты уже их перебил? Так, походу, пока я там клювом щелкал, наш браток Норд всех перебил. Так, одноручная.
кошелек. Монетки. Деньги нам, кстати, пригодятся. Где они? Черного мага. Ну, походу, он их убил. Так, едем дальше. Где их трупы валяются, не видно. Так, значит, сейчас нам надо в деревню, в Ривервуд. Пути, конечно, можно зачистить шахту. Кстати, челик спросит пароль. Пароль мы не знаем. Ты ё-моё. Чё-то сразу агрессивно. Может, без негатива. Вот так вот. Задолбили. Ну, пойдемте все-таки зачистим ее. Думаю, получится. Так, первым делом, чем мы делаем, это не попадаемся вот на вот эту ловушечку. Так, ну краса смысла, наверное, уже нету. Бежим наверх. Сюда вот. Так. Походу. Да, походу нам надо юзать зелье. Слабое зелье лечения. Господи, как вы быстро бегаете -то. Получается, у вас даже магии должен убить. Это мне повезло, что он промазал. Так, зажарили мы его. Так, какого хера? Все нормально. Все нормально. Ну, в принципе, на начальных левелах играть можно. Напоминаю, уровень сложности у нас стоит легендарный. Так. Здесь у нас дневничок одного путешественника, у которого все сложилось не очень хорошо. Мост. Только здесь больше нет. Здесь нет. Так, и прыгаем сюда. Блять, опять изгоя. Что ж такое-то? Так, вот от этой штуки уже надо гаситься. Дурочка нам пока не по зубам. Так, уплываем от них. Все, сразу замочили. Ни следа. Загружаемся. Давай, последнее сохранение. Так, в общем, типов с дурочкой нам надо избегать. Они нас шотают. Сразу. Так, я не сохранился, понятно. Ладно, шахту мы пока оставляем. Так, что у нас по квестам? Задание перед бурой. Чем добраться нам надо до Ривервуда. Собственно, туда мы и направляемся. Такой вот наш старый добрый Скирим.
особо ничего не изменилось. Такие вот поганые волки. Которые, кстати, могут сейчас загрызть. Зелье. Лечение. Куда погнал? Где твой братан? Что-то мне кажется, что, блин, оружие дамажит больше, чем мне. И не кажется. Так оно и есть. Так, ладно, все, давайте добежим сейчас до Ривервуда. И, наверное, это будет первая часть. Ой, как же я офигевал от всех этих пейзажей в 2011 году. Красота. Так, собственно, вот мы прибыли в сам Ривервуд. И находим сестру Хуралафа, Ердор. Недавно в Ривервуде? Если ищешь раб... Так, а вот и наш братан пришел. Мара милосердная, как же я рада тебя видеть. Но разве тут для тебя не опасно? Говорят, сейчас мы выслушиваем конечно. Но диалоги. Так, короче, рассказываем, что с нами произошло. Все идет. Надо сообщить Ярлу Балграфу в Вальтрам. Так, берем квест, что нам нужно. Если ты мне поможешь. Сообщить ты... о всей этой движухе. Иди. Конечно. Но что происходит? Подрезаем у нее припасики. Потому что это нам пригодится. И направляемся к торговцу. Так, ну, в общем, короче, сделаем, наверное, паузу. Сохраняемся. Это будет у нас конец первой части. Ну и продолжим дальше в следующем ролике. Так, спасибо, короче, пацаны, за просмотр. До побачення.